Проблема, скажите. А в чем проблема? Все танцуют, и казахи, и русские. В чем проблема? Праздник сегодня. Чего вы запрещаете? Они же не хулиганят. Объясните, в чем проблема? День единства всех наций. Да. Объясните причину. В чем причина? Вам не стыдно? Праздник, люди празднуют. Мы единый народ, мы празднуем. Он же не хулиганит. А где место, скажите? А где место? Дайте сказать. Сегодня праздник. А знаете, что мы прилюдно должны праздновать? Мы прилюдно должны праздновать. Это единый народ. Подождите, тетя Лариса, а пить вот здесь можно, да, скажите? Вот здесь пить можно. На какой сцене? Вот где шашлыки были, это сцена. Люди даже возмущаются. Нельзя так делать. Нельзя так делать. Нельзя так делать. Неправильно. Люди не хулиганили. Вам взрослые говорят. Зачем вы запрещаете? С Ленина. Я с Ленина. Вот про вас-то узнаем. Вы лучше бы улыбнулись, сказали бы всем, давайте жить дружно, мужчина. Давайте жить дружно. Вот давайте жить дружно. Все танцевали, и казахи, и русские. Что здесь такого? Это не место для танцовки. А где, для чего место? На дискотеке будете танцевать. Сегодня праздник, на площади проходит праздник. А пиво пить, водку пить здесь можно, да? Вы неправильно поступаете. Позорище. Это мы вы на телевизор вы покажем. Как конечно, вы покажем. Не зря же снимаем. Вы неправильно ведете себя. Вот именно вы неправильно поведете. Сегодня праздник, но единый праздник. Я знаю, что праздник. Расходимся. А мы разойдем. Даже людям вы не даете попраздновать нормально. Нет, кроме дискотеки. Вот на площади. Подождите, а туда же машинам нельзя заезжать. Вот этот? Вы старше, вы скажете, мы там проявимся. Не уходим на дискотеку. А где здесь танцевали? Как не положено? Раньше танцевали. Всегда танцевали, вот тут танцевали все года. Никогда не запрещали. Сегодня нельзя запрещать. Сегодня праздник. Вы почему так делаете? Такого приказа не было, чтобы разгонять. Именно сегодня вы неправильно делаете. Другие кого-то бьем, что ли? Может, они против за дружбу? Конечно, против. Поэтому, наверное, разгоняют. Он, наверное, бандеровец. Это нормально. А здесь мы танцуем именно здесь. Так же, как ты обидел, так же нельзя делать. Нам на бре понравилось. Вот сейчас это танцуют, ребята. Объясните. Народу танцуют. А вы свою инициативу проявили. Бабушка. А кто сказал, что запрещено так? Бабушка. И вот девочки пусть спрячут. Видать, на что? Закон, что ли, дают? Чтоб не танцевать, сколько у кого закон есть такой? Что ли есть, и для кого? Сейчас, блядь, тебе рассказать. Все, войны нет, не запрещено танцевать никому. Мы не хулиганим, не ругаемся, ничего, не деремся, мы танцуем. Вот я танцую, посади меня, блин. Все, поехали, братва! Все, раз, да. Классно.